политическом календаре. Мнение экспертов выслушала наш собственный корреспондент в Соединенном Королевстве Белла Кудайбергенова. Лорд Беверли – политик с 30-летним стажем. Он считается главным экспертом по странам Центральной Азии в парламенте Великобритании. Возглавляет так называемую Центрально-Азиатскую группу Вестминстера. По его мнению, Казахстан – лидер региона и главный стратегический партнер Соединенного Королевства на всем постсоветском пространстве. Нынешний год для Казахстана особый. Мы видим, что все более-менее значимые события проходят под эгидой предстоящего 20-летнего юбилея. Итоги деятельности страны за годы независимости впечатляют. В Великобритании с Казахстаном крепкие и доверительные отношения, и мы делаем все, чтобы их сохранить и развить. Джон Статтард, известный британский политик и бизнесмен, несколько лет назад занимал пост лорда-мэра Лондонского Сити, третью по значимости должность Великобритании после монарха и премьер-министра. В настоящее время он один из руководителей Британского совета по торговле и инвестициям, а также председатель Казахстанско-британского торгово-промышленного совета. У наших стран огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, и не только в сырьевых отраслях, но и в транспорте, медицине, связи, образовании. 20-я годовщина независимости Казахстана – это особая дата и для Великобритании. Мы надеемся, что предстоящие события этого года выведут наши двусторонние отношения на принципиально новый уровень. Юбилей Казахстана будет отмечаться в Соединенном Королевстве во многих городах. Праздничная программа включает целый комплекс мероприятий – конференции, круглые столы, парламентские встречи и деловые контакты, а также культурно-развлекательные и просветительские проекты. Конечно же, в них примут участие представители обеих стран. Белла Кудайбергенова, Нурлан Киясов, агентство «Хабар», Лондон, Великобритания.